Владыки Богонос нас, Отец наш, и всех святых молитвами помилуй нас. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Царю небесный, утеши всю душу истину, и же везде сы, и все исполняй, сокровищу благих и жизни подателю. Приди и вселися в ней, и очисти ныне всякой скверны. Спаси, Боже, души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно на веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети все немощи наши имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно на веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на небе, как и на земле. Хлеб Твой дашь нам сегодня. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо не хотя никакого себе оправдания, но грешные приносим Тебе, как владыки, эту молитву, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тя уповаем. Не прогневай нас чрезмерно, не вспомини беззакония наших, но склони нас, ныне взор на нас, так как Ты милосердный, и избавь нас от врагов наших, и ведь Бог наш, мы люди Твои. Все дела рук Твои и имя Твое призываем, ныне присно и веки веков. Милосердие дверь отверзи нам, благословенная Богородица, надеешься на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед, Ты бойся спасения народа христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царь всякого создания, сподобивший меня дожить до настоящего часа, прости мне грехи, которые я совершил делом, словом, помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дай мне, Господи, этой ночью мирный сон, чтобы, восстав от смиренной ложа, я служил Твоему Пресвятому имени во все дни моей жизни и поборол одолевающих меня врагов, плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от суетных помышлений, оскверняющих меня и похоти лукавых, ибо Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И держитель слова Отче, совершенный во всем Иисус Христос, по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня раба Твоего, но всегда пребывай во мне. Иисусе, добрый пастырь овец Твоих, не предай меня крамольному змею, не оставь меня на волю сатаны, ибо во мне есть семя тления. Ты, Господи Божий, которому поклоняемся, Царь Святый, Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немеркнущим светом, святым Твоим Духом, которым Ты осветил учеников Твоих. Дай, Господи, ныне достойно рабу Твоему, спасение Твое наложенное, посвяти ум мой светом разумения Святого Евангелия Твоего, душу любовью Христа Твоего, сердце чистотой Слова Твоего, тело мое Твоим страданием, чуждым страстей, мысль мою сохрани Твоим смирением и возьми меня во время надлежащем на прославление Тебя, ибо Ты преправлен с обезначальным Твоим Отцом и пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Боже наш, в чем я совершил все день, словом, делом, помышлением, как добрый, человеколюбивый, прости меня, дай мне мирный безмятежный сон. Пошли Твоего ангела-хранителя, укрывающий, сохраняющий меня от всякого зла, потому что Ты хранитель наших душ и тел, и Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже наш, в Которого веруем, и имя Которого чаще всякого имени призываем, дай нам, готовящихся уснуть, отдых души и тела, и сохраниться от всякого мечтания и скверного пожелания. Умиротвори волнение страстей, угаси плотское пламя. Дай нам целомудренно пожить, как в словах, так и в делах, чтобы мы усвоили добродетельную жизнь, не отпали от обещанных Тобой благ, и бы Ты благословен во веки. Аминь. Господи Боже наш,
Ты благи человеколюбивый. Прости мне все, в чем я согрешил сегодня, словом, делом, помышлением. Дай мне мирный и безмятежный сон. Пошли твоего ангела-хранителя, укрывающего меня от всякого зла, потому что ты хранитель душ и телес наших, и тебе слава возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, лиши меня небесных твоих благ. Господи, избавь меня от вечных мук. Господи, прости меня за все, в чем я согрешил, умом и помышлением, словом или делом. Господи, избавь меня от всякого неведения, забвения, малодушия, бесчувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце омраченным лукавым желанием. Господи, я как человек совершил, ты как Бог, помилуй меня, видя немощь души моей. Господи, пошли благодать твою в помощь мне, да прославлю имя твое святое. Господи Иисусе Христе, впиши мне раба твою в книгу жизни и даруй мне кончину благую. Господи Боже мой, если я ничего доброго не сделаю перед тобой, то даруй мне по благодати твоей положите начало благое. Господи, окропи сердце мое росой благодати твоей. Господи, небо и земли, помяни меня скверного, грешного раба твоего, нечистого в царстве твоем. Господи, прими меня в покаяние. Господи, не оставь меня. Господи, не веди меня на пасть. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы и память смерти и умиления. Господи, дай мне мысль исповедать грехи мои. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, утверди во мне корень благ, страх в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя всей душой моей, умом, и во всем творить волю Твою. Господи, защити меня от злонамеренных людей, и от бесов, и страстей, от всякой другой неподобающей вещи. Господи, знаешь, что Ты творишь, как желаешь. Да будет воля Твоя во мне грешна, потому что Ты благословен во веки. Аминь. Благого Царя, благая Мать, и пречистая благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу Твоими молитвами, направь меня на добрые дела, чтобы прочее время жизни моей я провел беспорочно, и Тобой обрел бы рай, Богородица Дева, едино чистая и благословенная. Ангел Божий, хранитель мой святой, покровитель моей души и тела, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякого коварства противника моего, чтобы не прогневал я Бога ни в каком грехе. Молись меня грешным и достойным раба, чтобы явить меня достойным благости и милости Пресвятой Троицы, Матери Господа, Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Богородица Дева Радость, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила Иси душ наш. В руки Твои, Господи, предаем дух мой наш. Ты же нас благослови, Ты же нас помилуй, и жизнь вечную даруй нам. Аминь. Огради меня, Господи, силу честного и животворящего Твоего креста. Сохрани всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, добежат от лица Его, ненавидящие Его, ярко исчезай, дымящие Его, летает воздух лица огня, как и да погибнут здесь от лица любящих Бога и знаменующихся крестом знамением, веселье глагольщих, радость и предчестность плачек Христе Господне. Прогони беси силам Тебя пропятого, Господа нашего Иисуса Христа, вошедшего попрошу силу дьяволю, даровавшему от Тебя крест твой честный, на прогнание всякого супостата. О, предчестный животворящий крест Господь, помогай мне со Святой Госпожей Девы Богородицей и со всеми святыми во веки. Аминь. Благослови, Господи, на чтение Святого Евангелия Твоего. От Матфея Святое Евангелие чтение. Матфея 10 глава.
И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. 12 же апостолов, имена Сутии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп Варфоломей, Фома Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит, Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарийский не ходите, Самарянский не ходите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прохоженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получите и даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясе свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящий достоин пропитания. В какой бы город или селение вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достойный, там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, то приветствуйте, говоря: «Мир дому сему». А если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, и если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, трясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдаваться в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как мне что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей умертвятых, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будет гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израиля, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорят, говорю в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих погубить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за сарей? Ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же все волосы на голове сочтены. Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь и я от его перед Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашнего его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душ свою потеряет его, потерявший душ свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих, только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю, не потеряет награды своей. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Вот здесь интересно, что он посылает в первый раз апостолов, да? И вот он им говорит, что надо делать. Вот, что не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди, ни сумму. И потом он переходит уже на другое. Он уже говорит о будущем вообще. То есть вот когда говорится, что вот остерегать же людей, ибо они будут отдавать судилище в синагогу своих и будут бить вас. Известно же, что их никто не отдавал в синагоге, пока они были... Пока Христос-то еще был не воскрес, то есть не распятый и не воскрес. То есть это вот с этого момента, с какого-то, тут начинается уже говориться о будущем. То есть поведут вас к правителям, царям за меня. Это уже было после вознесения Господа. И тут вот в Писании часто такие переходы есть.
когда говорится вначале о настоящем, потом о будущем, и не поймешь, в какой момент переход пришел. Вот здесь он прошел этот переход. И вот, допустим, он здесь будет такие вещи говорит, вот, когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю, не успеете войти городов Израиля, как придет Сын Человеческий. То есть это речь не о пришествии втором Христа, а именно, там, насколько я помню, святые отцы толкуют, что речь о том, что он придет, когда разрушать Израиль. То есть он пришел как бы на разрушение Израиля, уже потом, когда римляне его разрушали, и это как бы рок Господа. Вот это об этом речь. И они еще не успели все обойти, а уже пришел Сын Человеческий, как бы. Об этом речь, я насколько помню. Толкование. Если кто-то может мне может исправить, если я не прав. Так, дальше читаем. Сирахова, 9, да? Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в руки его. Не заводи тяжбы с человеком богатым, чтобы он не имел перевеса над тобой. Ибо золото многих погубило и склоняло сердца царей. Не спорь с человеком дерзким на язык, не подкалывай дров на огонь его. Не шути с невеждой, чтобы не подверглись бесчестью твои предки. Не укоряй человека, обращающего от греха. Помни, что все мы находимся под епитимьями. Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем. Не радуйся смерти человека, хотя бы и он был самый враждебный тебе. Помни, что все мы умрем. Не пренебрегай повестью мудрых и упражняйся в притчах их, ибо от них научишься видению и как служить сильно. Не удаляйся от повести старцев, ибо они научились от отцов своих. И ты научишься от них рассудительности, какой в случае надобности дать ответ. Не разжигай угли грешника, чтобы не сгореть от пламени огня его. И не восставай против наглеца, чтобы он не засел засаду в устах твоих. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя, а если дашь, то считай себя потерявшим уже. Не поручайся сверх силы твоей, а если поручишься, заботься, как обязан заплатить. Не судись с судьей, потому что его будут судить по его почету. С отважным не пускайся в путь, чтобы он не был к тебе в тягость, ибо он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть от его безрассудства. Не заводи ссоры со вспыльчивыми, и не проходи с ними через пустыню, потому что кровь, как ничто в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя. Не советуйся с глупым, ибо он не может умолчать о деле. При чужом не делай тайного, ибо не знаешь, что он сделает. Не открывайся всякому человеку твоего, не открывай всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно не отблагодарил тебя. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Евреям 4, да, по-моему. Да. Посему будут опасаться, что... Посему будем опасаться, чтобы, когда еще останется обетование, войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенную верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие, так как он сказал, я поклялся гневем им, что они не войдут в покой мой. Хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо нигде сказано о седьмом дне, так и почил Бог день седьмой от всех дел своих. Еще здесь не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. То еще определяет непокорный день, ныне. Говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус, Навин, доставил бы им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто под... по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенное, острее всякого меча, ободаю острого.
Оно проникает до разделения души и духа, и составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим ответ. Итак, имея пресвященника великого, прошедшего на небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого пресвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи, слава Тебе. Хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова. Ава, Отче, услышь молитву нашу, прости меня, грешного и помилуй. Тайное и явное, в уме и в мышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни, великие и малые грехи мои прости, и соблазн, который я подал мне, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаяться во спасении. Это помощь Духа Твоего Святого и молитвы святых. Хвала Тебе, аллилуйя. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который Ты даровал мне веру Твою святую. Даруй мне, Господи, страх Божий и ожидание суда Твоего. Благодарю Тебя за день, в который Ты мне даровал святую Библию и указал на толкование святых отцов как на истину. Слава Тебе! Пресвятая Владычица, Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покрой опором любви Твоей, в скорбях, печалях, тесных обстоятельствах. Ты помогал мне от позора поношения и посрамления отступничества и измены спасал. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии, за род человечества. Дивный заступник нашей Девы Марии и Святая Богородица Спасения. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Столько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли бы погубить меня сразу, без покаяния отпусти в жизни, в транспорте, и всюду Ты хранил меня, благодарю Тебя, ангел мой. И смертный час не покинь, или мутацию пройди души мои, и велись Царство Небесное навеки. Благослови, Господи, народ Твой еврейский, чтобы приняли Сына Твоего Иисуса Христа, как Мессию и Спасителя. Благослови, Господи, русских, татарских, украинских, белорусских, немецких, французских, английских, ирландских, сирийских, армянских народы, да обратятся, Господи, к Тебе и изменят жизнь свою. Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бог о нас. Иоанн Креститель, научи нас жить в бедности и быть благочестивым и довольным, и довольствоваться питанием и одеждой, и искать прежде всего Царствие Божие и правды Его, и не бояться начальствующих и правителей гробов, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, и устоять верности Богу. Господи, слышь наши молитвы, тех, кто молится о нас. Коснись, Господи, сердец патриархов Кирилла, Варфоломея, Илии, Франциска и всех прочих епископов, митрополитов, Феофана, Анастасия, Сергия Алтайского, Пармена, Игнатия, из всех священников и диаконов, Геннадия, Иакима, Владимира, Артемия, Дмитрия, Святослава,
Алексия, Алексия, и всех служителей Твоих, Господи Боже наш, спаси их и сохрани. Святые пророки, святители Христов, Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, молим Бога, Господи, слава Христу, Господню Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях и животных. Господи Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, милосердный, спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Святые пророки, Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Немия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иль, Агей, Сафоний, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Иотропий, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе, Святую Библию, из одинных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли и записали, сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым Церковь Твою, дабы день прихода и нашего отшествия не застал нас спящими, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры, сосудами полными елея добрых дел, соделанными в Духе Святом и с любовью. Святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолы Божии предстоящие, молите Бога. Святые всехвальные апостолы, первохорны Петр и Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн, молите Бога. Господи, умягчи сердца правителей мира. Владимира, Владимира, Дмитрия, Эрдогана, Дональда, Рамзана, Рустама, Александра, да продлится еще мир, Господи. Господи, дай нам хорошего священника и место для занятий. И определи нашу участь, как Тебе угодно, Господи, наш слава Тебе. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликан Синистый, Юстин Философ, Власий, Харлампий, Космай Демьян, Андрей Сартилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Антийский, Антоний Пелагийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святой царское семейство, Вадим и Ленин, Иосиф Борис Ильев, молите Бога о нас. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем, и малые дети, чтобы искренне верили в Тебя, в гонениях и в искушениях, не допусти, Господи, до принятия антихриста в печати, чтобы в скорби и перепечали никто не отошел от Тебя. Господи, благослови отца нашего духовного Игнатия, отца Иакима и всех братьев общины, Игоря, 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 Владимира, Сергия, Надежды, Виктора, Инафа, Нестора и всех братьев группы нашей, присутствующих и неприсутствующих. Господи, благослови. Благослови Галину, Валентину, Вячеслава, Виталия, Владислава, Евгения, Ездру, Екатерину, Елену, Марину, Павла, Руслана, Сергея, Вячеслава, Екатерину. Прости, Господи, наши согрешения, которые мы перед Тобой согрешили. Не вмени, Господи, дай нам разумение воли Твоей святой. Прости нас и помилуй, и благослови. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Синистский, Евстим Философ, Космай Демьян, Андрей Стартилат, Иерон Мученик, так это я уже, святые учителя церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Иван Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Стефан Перский, Серафим Саровский, Иван Тобольский, Иван Кронштадтский, Иван Шанхайский, Кирилл Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, Филарет Московский, Феофан Затворник, Игнатий Гринчанин, все переводчики Священного Писания, молите Бога нас. Да помилует, спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие, любовь Святой Библии. Господи, молим Тебя о всех гонителях и клеветниках,
и врагах, о Игнатии, нашего наставника, и наших врагов, обо всех молим. Прости, Господи, их и помилуй, не вмени им, Господи, в грех, и не дай нам ожесточить сердец наших, навсегда иметь любовь и милосердие. Господи, не вмени им греха, ибо не ведаешь, что творят. Молим, Господи, о всех нерадивых священников. Вразуми, Господи, их, что они делают, и о всех мирянах. Господи, откроем Слово Твое Святое. Но да будет воля Твоя Святая, Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь София, Наталья, Адриана, Варвара, Екатерина Перепетуя, Татьяна, Нина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескилла, Акила, Андроник, Юника, Приятная Юстина. Молите Бога нас. Даруй, Господи, послушание, молчание, целомудрие, стыдливые жены и девы, и сохрани их от поруганий и нападений добрых людей и бесов. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Господи, молим Тебя о всех еретиках и заблуждениях пребывающих. Изгони из них этого духа заблуждений и лжи, духа ереси, Господи, и открой им истину. Всех наших близких, родных и знакомых. Сохрани, Господи, и направь на путь жизни Твоей. Господи, молим Тебя также. Пошли делателей Твоих и проповедников на все языческие народы, на китайцев, на японцев, на индейцев и прочие народы, которые не познали имя Твоего Святого. Господи, молим Тебя и просим, спаси, Господи, по воле Твоей Святой, да будет все. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, прими и исполни молитву всех молящихся нас во благо. Господи, прими и нашу молитву от всех тех, кто заповедал или не заповедал нам о них молиться. Спаси их и помилуй. Говори, Господи, слушают и слышат рабы Твои. Аминь.